Параляна с победой. 8-2, счет такой, 9-2. 9-2. Счет такой крупный. Ну, не самая простая игра все-таки получилась. Ну, очень непростая игра. Ну, все получилось. Они начали играть 5-го. Как бы удалось забить больше. Ну, за счет чего вот в первом тайме вам удалось? 4-0 в первый тайм. Быстро 2 гола забили. Мы уверенность почувствовали и так сыграли. Вы вернулись в команду? Да, я вернулся в команду. Все проблемы решены, вы все уже... Да, небольшой отдых был. Немножко? Да, много футбола. Я так понял, и второй ваш коллега Артур Ладонщиков, но сегодня он не играл, да? Что у него за проблема? Со здоровьем? Проблема у него? Да, заболел. На что настраивались сегодня вот перед этим матчем? Все-таки понятно, что соперник достаточно сложный. Понимали, что обыграли они накануне Алушту. Да, конечно, Алушту. Ну, настраивались только на победу. Получилось, все хорошо. Команда очень, у них тоже очень серьезная команда. Повезло, наверное, больше нам. Ну, решающие голы, я так понимаю, все-таки на вашем счету. Ну, первый тайм. Можно и так сказать, да. Два быстрых гола забил. Помог команде. Форму не растратили за это отсутствие? Где-то играли еще, я так понимаю? Играл, да, у себя на районе играл там. На что рассчитываете все-таки в этом турнире? Многое вы потеряли в первом Многие круге. Потеряли очков, но главное сплоченность, чтобы команда оставалась. Ну и на следующий год добьемся успеха. Спасибо, удачи команде. Спасибо.